Доброе всем утро. Мы отправляемся в солнечный день на джим-тест в джим-кидс. У Вики будут принимать нормативы. Даня едет с нами. Ты что такая добрая? Ты же раньше была жадная. Нет, не надо так наглеть, а? Она тебе все-все отдала сегодня. Ну что, ищем? Господи, я уже испугалась, куда вы потерялись. Все, добежали? Молодцы. Но возьмите у меня пакеты хоть для разнообразия. Все, обувь снять и проходить. Вика, этот Даня, можешь здесь посидеть, в принципе. Я тебе дам телефончик сразу. Ты там посидишь, пока мы переодеваемся. Потом я тебя позову на начало. Творение под названием «Сдача нормативов». Ну чего ты, Даня? Не стой под ногами-то. Еще не началось ничего. Сейчас Вику найдем. Ну, сними там обувь, походи в носочках. Все, твоя водичка. Пошли подождем там в коридорчике. Вика, ты будешь стараться? Да? Ты молодец? Идем. Строится, идем. Прямо. Забегай скорее. Кать, ты или идешь, или нет? Реши, пожалуйста. Сейчас, ты сейчас не заводи. Что за истерика? Ты еще не идешь. Давай ручку. Кать. Джан, заходи. Пойдем, хорошо. Так, кто их видел? А кубики это уже все значит. Ну вот, полтора часа наконец-то закончились. Мы с Даней еле-еле дождались. И сейчас будет вручение сертификатов, и похоже, что им подарят шарики. А, так а Вика-то медаль ждет. А, вон еще что-то несут. Пакетики несут. Ну, зайка ты мой, надо для этого заниматься. Как там Вика бедная? Ни нашего тренера не было. Ни меня не видно. Если бы я знала, что не будет растяжки, я бы пошла. Была растяжка, была. Она же сказала, что просто вот здесь, не в отдельной зоне, а вместе с этими упражнениями растяжка была.
по фамилии сейчас будет. Где там Вика-то? Где-то вот там Вика. Вон она, вон она. Розовый бантик. Сейчас она запаникует, какая фамилия. Вот она, медали. Видишь? А, медали желтенькие, да, в этот раз? Не желтые, а золотые. Ну да, конечно. А он два раза просто был. Один раз была желтая, а другой раз прозрачная. Пластик. И он такой, что это? Ага. Медали и пакетик. И медали, и пакетик, и шарик. Ну, возвращайся, Даня. Спорт ждет тебя. Успела. Запечатлели. Все, наградили, она села. А ты не видел? Не очень. А ты невнимательно смотришь. Почему она к нам не идет? Потому что там надо сидеть, она же все понимает. Пока здесь чуть-чуть посидим. Показывай. Да, ну пускай она сама вытряхнет. Наклейки, Gym Kids. А что это такое? Это приглашение, рекламка какая-то. А, на кулинарный мастер-класс. А все, что ли? Да нет, есть мои деньги. Ну да, только смотря где он. Это Гинза, это Гинза. Ну давай, подойди да запрыгни на него, на эти брусья. Подойди, подойди, запрыгни. О, Даня все помнит, молодец. Молодец. А ты возьми все в ручки, я тебя сфоткаю, возьми. Ох ты, молодец. А, ты коленочки, у тебя пресс, я поняла. Давайте вместе. Давай под кольца встань. Молодец. Улыбочку. Адам, тренеры, с тренерами хочешь? Посмотри на меня. А чуть-чуть открой ротик. Да. Ну ладно, подумай что-нибудь смешное. Следующий. Все, молодец. Теперь. Все, свободно. Мы сделали это. Мы сдали нормативы. У Вики 41 балл из 45. Говорит, на батуте кувырок не получился. Викуся, а другие упражнения получились все? Да. Да, получились? Ну хорошо. А эти, Вика, растяжки, что было на растяжке? Какие упражнения? Я сначала зло, потому что я не упражнял. А упражнение какое? Тренер-то бог с ними. Кольца. Кольца? И, ну, нет, растяжка. Вот складочка была? Да. Сделала? Была. А, не было. Корзиночка была, говорили, да? Да. Корзиночку сделала? Паучок. Паучка сделала? Да. Ну хорошо. Давай, вы наесть, а я поесть. Давай, только побед, дай самокат. Короче, девочка съела пол шавермы вчерашний, йогурт, чай, и ей все мало. Она хочет дальше заниматься. О, как интересно, что это? Я не знала, что оно крутится. Я просто так сидела. Я как забралась. Плохо, и я качаюсь. Наверное. Мама, я... Тёма ждет нас. Ой, зацепилась. Тише, 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 посмотри, не рви. Тёма ждет нас, у него там эти воки, 4 вока он заказал. Ему бесплатно принесли 4 вока, потому что какие-то были там задержки по времени.
и сушивок в качестве извинения. Ему что-то там в личный кабинет добавлял, и вот накопилось 4, и сегодня он их заказал вместе с роллами. Принесли на завтрак, а я, в общем-то, не хочу роллов и лапшу на завтрак. Мы уехали, я ела гречку, а сейчас вот он уже пишет мне, что приезжайте, Вог божественен. Тёма пишет, что еда вкусная, пойдемте. Как хорошо, что Тёма теперь готовит. Так. Ой, как я перегрела, ну надо же, ничего нового. Перегрела, а я добавила... Горячий. Это вок называется по-русски, макароны с овощами и курицей. Так, что там у тебя был какой-то крутой вок с морепродуктами, да? Креветку вижу. Еще два детям тоже такие. Как они называются? Классический? Да. Это Тёма получил бесплатно. Почему? Потому что они опаздывали много раз. Ага, а ты... ночью я заказал все бесплатные воки, которые у меня были. Накопил воки. Да. Так, ну да, надо им написать, что они вообще машут пакетами, когда идут. Вот, тут не очень. А что маленькие такие? А, я поняла, акция. Да. Ты купился на акцию. Да. Конечно, микроскопические. Ну, я не знал, что все будут микроскопические. Да я тебе говорю, знай на будущее. Давай с водкой мы-то, я пошлю. Эти явно надо греть. У них точно шапка сырная. Ну, эти-то надо греть. А, сфоткать? А эти надо... Да как, кто тебе поверит? Может, это мы их тряханули? Угу. Специально? Да, суховато. Однозначно соевым соусом. О, боже, зачем столько? Они мне возразили по телефону. Мы не можем добавить имбиря и васаби, потому что у вас уже все окончено. Не могут давать, почему? Добавили. А соевого соуса добавили столько, сколько хотят добавлять. А зачем добавили? Тебе мало все? Так, ну окей, кушаем. Дети не хотят кушать. Сфоткала? Вика съела шаверму, сфоткала, да. После сытного обеда и тихого часа мы отправились с Данечкой на отработку занятия по робототехнике. Нас отправили в какое-то другое место, где будет у него индивидуальное занятие. Столовка. 223 еще. Какой номер тут? 214. Ну, беги. Ну, еще через 5 минут. Что-то забегались мы сегодня. Ну так туда идем, туда идем. Тут будет 210, а тут 230. Значит, 220 где-то посерединке. Беги по кабинетам, смотри номера. А Вика у нас отсыпается. После своей тренировки. Ну что, логика есть? Здесь 222. Ну, еще. Бинго. Стоять. Через 5 минут. Там групповое? Ну вот, жди сейчас. И маленькие системные блоки, ты видишь? Да. Малюсенькие. Мне так не хочется. Надо же. Надо Тёме сказать, что такие есть маленькие. Совсем маленькие. И жди. Нет, конечно. Это Arduino Uno. Господи. Так такие входы, наверное, везде есть, нет? Ну давай. Все вопросы задавай. Сегодня Семён свободен и тебе все ответит. Девчонки, сижу, жду Даню в машине. Здесь такое место, никакого кафе нет. Зеленое такое. Ну, район зеленый, но в общем одни жилые дома.
пью горячий чай, налила кипяточек. Что-то я устала, вы слышите по голосу. Этот джим-тест нас вымотал. Такое количество народу собирать в таком душном, маленьком помещении без кондиционера. Что у них с головой вообще? Хорошо, что у нас заканчивается уже абонемент. Мы с Даней еле выдержали. Вика вообще нормально, вообще отлично. Все проговаривает, что не получилось, что получилось. А мы там просто изнемогали. Посмотреть толком нельзя. Все выше меня. Я карлик. Но у меня рост 163-164. Но все выше меня. Очень много пап. Мужики все выше. Никто никуда не расступится, потому что все хотят смотреть на своего ребенка. Вот эта толпа, которую вы видели, они стояли полтора часа, они никуда не отходили, ни за чаем, ни за кофе. Может, единицы, там пара человек уходила. Все стояли. Мы в конце, когда уже награждение, с Данечкой проникли внутрь и сели на лавочку. Он такой: а разве можно, разве можно? Я говорю: а что делать? То есть там вообще невозможно было находиться. Мы все полтора часа в коридоре сидели. И то было ужасно. Видимо, вот от скопления людей как-то так тяжело. Я мыла сегодня голову совершенно не своим шампунем. А знаете, что я хочу ответить? Я на некоторые ваши комментарии вообще не могу ответить. Вы имеете в виду, что я замотанная? Вот. Кто-то меня спрашивает: и как вам шампунь? И я сижу в таком вообще ауте и думаю: а когда я мыла голову? А чем я мыла голову? А где я мыла голову? Я ничего не помню. Я помню, что я купила новый шампунь и новый кондиционер. Они черные и белые. И я понятия не имею, где он лежит. Потому что вот на тот момент, когда пришел этот комментарий, я и в бассейн ходила. Он мог быть в пакете, и мог быть в ванне. Где я последний раз мыла голову? А тем более, мыла я им голову вообще нет. Я вообще, девочки, ничего не помню. Меня спрашивают: вы не помните, там, какой у вас педиатр, какой у вас на участке терапевт? Да я вообще ничего не помню. Я помню, когда, куда ехать, записываю, кушать. Вот я не могу сейчас вспомнить, что нам кушать сегодня и завтра. Завтра, друзья, мы вроде спланировали, что этот борщ закажем во Вкусвилле. Даже, похоже, мы 2 литра закажем. Надеюсь, вы меня хорошо слышите. Вот, а я что вам еще хочу сказать. Я сейчас специально открыла Сбербанк, чтобы проверить имена. Я очень хочу поблагодарить 3 девочек. Марию, Марину и Светлану, которые перевели мне маленькую денежку. И я очень-очень благодарна, что вы ее перевели. Просто не сразу обнаружила, потому что такая замотанная. Я знаю, что у меня нету денег и не смотрю туда. Тёма реально кормит нас сейчас. И вы знаете, вот то, что хоть какая-то малюсенькая, даже прибылью не назвать, какая-то отдача от Ютуба появилась, мне очень это приятно. Спасибо огромное. А еще у меня на этом пальце спала опухоль, я могу надеть колечко, но на другом пальце она увеличилась, поэтому они гуляют. А, хотите, я вам расскажу? Я же позвонила ревматологу, я ему написала во вторник, и вот сегодня суббота, он мне написал, что без вариантов к ним не попасть, даже никакого номерка свободного времени, ни по какому направлению мне не попасть туда. И я спросила, когда можно вам можно ли вам позвонить? И он мне назначил субботу, 12 часов, то есть через несколько дней после того, как я ему позвонила, у него есть 15 минут на разговор, представляете? Что сказал ревматолог? Я не прячусь, это руль такой. Ничего нового, ревматолог. Я по поводу этих биопрепаратов. Ревматолог сказал то же, что и 2 года назад. Ваша доза метотрексата не терапевтична. 10 миллиграмм метотрексата в неделю – это не терапевтическая доза. Чтобы выписать биопрепараты, нужно дать терапевтическую дозу, отсидеть на ней хотя бы 3-4 месяца и почувствовать, что эффекта нет. Но да, после этого не он принимает решение, меня не он. Если я только лягу в больницу на дневной стационар или вообще, тот врач, который будет меня вести, тот врач меня назначает в какой-то специальный институт, ну, вроде генно-инженерный, ГИ чего-то там.
И в генно-инженерном этом институте собирается комиссия и принимают решение. Но он сказал, что если я им произнесу, что я принимаю 10 миллиграмм метотрексата, говорит, они посмеются просто и выгонят меня. И скажут, зачем ты пришла. То есть эта доза не может приносить пользу, он говорит. И мы, говорит, с вами с чего начали, тем и заканчиваем. Вам нужно увеличивать дозу метотрексата. В свою очередь, пульмонолог мне говорит, что мне нельзя увеличивать дозу метотрексата, потому что у меня будет обострение моей бронхоэктатической болезни легочной. Вот, дальше, значит, из-за бугра, так сказать, мне советуют заменить метотрексат на биопрепараты. Он сказал, что биопрепараты – это то же самое действие, что и метотрексат, только сильнее. Это иммунодепрессант, который ухудшает твою нервную систему, грубо говоря, я не медик, делает ее менее активной. И биопрепараты делают это гораздо сильнее, ну, насколько я поняла, вроде как безопаснее, чем метотрексат. То есть, если мне метотрексат, он говорит, если вам метотрексат не советует пульмонолог, то биопрепараты тем более. Ну, вот такой у нас был диалог, 15-минутный, довольно интенсивный, я спрашивала, он отвечал. И до названия этих препаратов мы так и не дошли, мне кто-то тут советовал химина, не знаю, вот. Что-то такое, не дошли мы. Я хотела спросить, но он говорит, если вам пульмонолог даже это не разрешает. В общем, мы решили, что я буду советоваться с пульмонологом по поводу 15 миллиграмм. Я говорю, сколько времени мне нужно принимать 15 миллиграмм метотрексата? Он говорит, ну хотя бы 3 месяца попринимайте. Вот, дело в том, что я сейчас пропустила на этой неделе метотрексат из-за того, что дети болеют ветрянкой. Ну, болели. А потом плюс 5 дней они еще заразны были. Пульмонолог сказал, ну, надо было у ревматолога, наверное, тоже спросить. Но у меня не такие с ним отношения, чтобы задавать такие вопросы по телефону. Вообще странно, что он соглашается со мной беседовать. И даже сказал, что он меня помнит. А я была у него в августе, это почти год назад. Поинтересовался, да, что я перескакиваю. Пульмонолог сказал мне не выпить метотрексат, пропустить его в этот момент, когда в квартире гуляет инфекция. Говорит, ты сейчас заболеешь ветрянкой повторно, не надо рисковать. Ты будешь за ними ухаживать, будешь в непосредственном контакте. Девочки, больше вот того я вам скажу. Я, не подумав, и я использовала их мочалку еще, которые отмывались. Вика отмывает свои болячки, Даня сейчас еще не отмывает, но до этого мылся, когда уже мог быть вполне заразным. Короче, никакие я правила предохранения от ветрянки не использую. Почему смеюсь? Потому что предохранение. Вспомнилось что-то хорошее. Вот, так что сейчас я пропустила метотрексат. Не знаю, это самовнушаемость или что, но мне хуже. Мне сегодня было совсем плохо утром и... В какой-то день, когда я снимала с середины дня влог, мне тоже было совсем плохо. Но диклофенак мне снимает боль, ребята. Не метотрексат. Мне диклофенак снимает боль. Острую боль снимает диклофенак где-то через полчаса. Хотя однажды терапевт мне какой-то сказал в той поликлинике, диклофенак не доберется, он вам не поможет. Мне помогает диклофенак. 5% просто рулит диклофенак. Я его обожаю. Единственное... Мне очень трудно выбрать момент, когда я им намажусь, ведь руки потом нельзя мочить, нельзя делать обычную работу на кухне. И я все время утром оттягиваю, а потом уже совсем больно. Короче, метотрексат пропустила из-за ветрянки, диклофенак не могла в какой-то день намазать, забыла, и, короче, стало хуже. Вот, а аркоксию, не мисулит я не пью. Я не вижу смысла их пить, потому что после часа мне и так легче. А они как раз и так и действовали, снимали острую боль где-то через час-полтора после приема этой таблетки. Мне становилось легче, но после часа и так станет легче, я знаю. Зачем мне так много есть таблеток? Другое дело, что когда я вот лежала в больнице, в 25-й нашей питерской больнице ревматологической, там сказал врач строго, не мучайте себя и окружающих. Это не только обезболивающее, но и... Послушайте, не стероидное, противовоспалительное.
НПВС, противовоспалительное средство. Это еще и противовоспалительное. Вот он меня убеждал, что это я не от боли должна принимать, а от воспаления. Ну, ей-богу, я вот это воспаление диклофенак мажу. Мне кажется, что не намного это отличается. Что еще? Искала мастера повесить телевизор. Согласились те два парня, которые нам помогали, но ничего они не помогали, которые осуществляли грузоперевозку за 2000 в час. И потом они собирали, разбирали мебель, чтобы ее переносить из комнаты в комнату. Вот с этим помогали. Выбрала их 2000 в час. Безумные деньги платят Тёма. Просто понимаете, такой величины телевизор, если Тёма нашел на Авито человека, который придет повесит. Я говорю: Тёма, а как один мужчина повесит вот такой телевизор? Я что-то не поняла. Он повесит кронштейн. А как он повесит телевизор? У него что, три руки? Он же, наверное, думает, что мы нормальные, что мы придем. Он придет, мы поможем поддержать что-нибудь. Ну, он не может вешать телевизор. Он что, на присосках, что ли? Я не понимаю. Или он будет его монтировать на полу, а потом с кронштейном телевизор? Нет, бред. Короче, я не представляю, чтобы один человек вот такой огроменный телевизор мог водрузить на кронштейн. То есть это, мягко говоря, рискованно грохнуть телевизор. Еще я не говорила, сколько он стоит. Может, Тёма скажет вам, сколько он стоит, может, не скажет. В любом случае, это безумие одному человеку, постороннему, незнакомому, с Авито, который сейчас исчезнет и скажет: ой, извините, так получилось, доверять такую технику. Поэтому придут два мальчика. Ну и у нас еще с Тёмой спор возник с утра, нормальный такой спор с криками, на какую стенку вешать. Я говорю: Тёма, ты понимаешь, что 65 дюймов это, в общем, извините, до хрена просто. Вот детей нету, могу говорить. Просто это безумно огромная диагональ. И если ты повесишь от себя, вот сидит так Тёма, а вот так вот телевизор сбоку, то это будет по диагонали. Во-первых, ты краем глаза, значит, видишь, и ты видишь, это безумно близко, это метра полтора, не больше, нельзя. Так, это другое поколение, это ты думаешь про старые телевизоры, бе-бе-бе-бе-бе-бе. Короче, разобиделся на меня, ты даже не разрешаешь мне телевизор повесить. В общем, голодный Тёма был, похоже. Потом ему роллы задержали, он заказал на 9:30, их не принесли. И вот мы уехали, потом вернулись. Он такой: да, там в инструкции, короче, написано в интернете, что надо смотреть только прямо, рекомендуется смотреть такую модель телевизора. Я говорю: ну, слава богу, только прямо. Вот, я хочу взять, девочки, мальчики, сделать страшную вещь. Вот этот белый шкаф гигантских размеров под потолок разобрать, перенести в маленькую комнату и там собрать. Все равно этот шкаф Тёме не нужен. У меня он в маленькой комнате сожрет место, но мне и не нужно это место. Я все равно тусуюсь на кухне. Поэтому телевизор прекрасно повесится на место этого шкафа. Больше того, у людей, которые жили до нас, там выведена антенна в середине стены, как положено, проштробили заранее, провели антенну, заклеили обоями заранее. И потом уже повесили телевизор. Тёма говорит: а зачем штробить, что нельзя, чтобы провод болтался? Ну, конечно, можно. Но уже не хочется, уже мы, в общем, вышли из этого, я вышла из этого возраста, я уже не хочу, чтобы у меня болтались провода, потому что я знаю, как их убрать. Вот, еще у нас есть от роутера провод, который по всей его комнате, это самое, болтается от самого коридора. Люди идут и слушают меня, а девочка вот заблудилась явно. Вот, и у меня открыто окно чуть-чуть. И, короче говоря, я хочу, чтобы пришел мастер под домофоном, убрал этот провод. А эти мальчики, они, понимаете, такие сильные, такие молодые. Они не скрипят, не охают, им не страшно, что они сейчас сорвали спину или у них грыжа. Они нормальные, работоспособные молодые люди, которые еще и русские, еще и вежливые, еще и корректные, галантные и так далее. Вот. Да, девочка что-то ищет, но я ничем ей не помогу. Ищет и ищет. Вот. Поэтому я выбрала их за 2000 в час. Хотели сегодня в 7 вечера, но они написали: ну что же мы так на ночь совсем?
Давайте мы с утра. Может быть, они приедут к нам с утра в понедельник, я так думаю. Ну, Тёма такой, ждать до понедельника. Ну, может, мы попробуем сегодня подключить, если у меня силы будут. Так ищет, бедняжка. Вот этот прямой срез, прямые волосы. Что-то я понимаю, что так модно. Но знаете, может с вами про это поболтать? Я так с вами поболтать вечно хочу, а вечно некогда. Что вы скажете про мою прическу? Я вообще, мне 46 лет, я не знала, что мои волосы могут виться. А почему? А потому что после каждой... Нет, я их завивала на плойку в молодости, там до 16 там, лет, до 17. Но сейчас, после каждого мытья головы, ты их расчесываешь ровненько выпрямляешь. С какой стати? Потому что кто-то сказал, что так модно, и кому-то так идет. А мне, может, так не идет. Если я их выпрямлю, я буду выглядеть модно, но я не буду выглядеть красиво, потому что мое лицо уже не такое, как было. Вы думаете, что оно красивое, но оно некрасивое, потому что у меня есть с чем сравнить. Это комплексы 45 лет, потом это пройдет, не переживайте. Таким образом, я выпрямляла свои волосы. Они ведь не лежали ровно, кончики там где-то подвивались. Я их вот утюжок даже купила, утюжком стала приглаживать. А сама всю жизнь мечтала о вот таких вьющихся волосах. Они у меня, оказывается, были. Я не знаю, структура волос разве может меняться в течение жизни? У вас есть кто-то среди вас, какая-то профессия, я не знаю. То есть они реально вьются, я их никак не завила. Я просто, когда их собиралась сушить, вот так смяла и ходила по кухне и не сушила феном. Когда я сушу феном в фитнес-клубе, потому что нужно выйти с сухой головой на улицу и не простудиться, они поровнее лежат. А если их вообще не сушить, вот это абсолютно завивающиеся волосы. Как такое возможно? Девочки, я хочу сказать, что у меня с этим прошла такая ассоциация, что ты себя всю жизнь ломаешь, и ты думаешь, что ты такая. И вдруг возникает какая-то возможность, какая-то там прореха, и ты вываливаешься в нее, и оказывается, что ты вообще другая. И зачем было всю жизнь себя ломать? Всю жизнь выпрямлять волосы. В молодости я очень хотела. Даже, знаете, это потом еще было время, когда я плойкой пользовалась. Уже Тёма родился, то есть где-то после 20 лет. Я помню смешной эпизод. Смешной эпизод в деревне. Мы отдыхали с Тёмой в деревне в Вологодской области. И после бани девушка с вьющимися волосами выпрямляла их утюжком. А я сидела и завивала на плойку, потому что я очень хотела вьющиеся. А ведь достаточно было, ну просто они были еще и длинные. Конечно, когда они отрастут тяжелые, они не будут так подвиваться. Это только короткие, возможно. И они были длинные, но такие вот непослушные. И я их завивала локонами ровными. Как же я хотела вьющиеся волосы. Больше того, у моего папы были вьющиеся волосы мелко-мелко. У моей мамы крайне непослушные волосы были. Она делала химию и стригла каре. Вот у нее такое было, ну, типа каре. В общем, всю жизнь была химия. Когда эта химия сходила, по-моему, у нее вот такой же бардак и был. Только не такие длинные. Мне кажется, вот так всегда было. Вот. И я даже думала, почему у папы вьются, у мамы непослушные, а у меня такие ровные. Они не были никогда ровными. Это глюк. У меня был глюк 46 лет. Полвека был глюк. Извините, если вам скучно смотреть на одно и то же изображение. Туда нечего смотреть. Смотрите, где я. Так вот тут сижу. И тут ничего интересного. Там парковка, на которую не попасть. Вот тут пустырь, по которому ходят с навигатором и не могут чего-то найти все подряд. А вот это какое-то здание, которое похоже на бывший техникум, но сейчас там написано, что это бизнес-центр, и там офисы находятся. Где-то недалеко метро Пионерская. Ну что, я на 16 минут вам наболтала, а тем временем уже 18:20. Вот, как вам мой маникюр? Меня он очень радует. Тот маникюр меня очень утомил. Разноцветный, как попугайчик. Вот, колечко нашла. К нему есть сережки, но я не подумала об этом. И надела другие. Еще меня пугает вот это тотальное безденежье. И знаете, вот вы бы сказали, вот тебя Тёма там накормит. А Тёма настолько, ну, деньгами
распоряжается настолько, что меня просто трясет от страха, что будет завтра. Вот он берет, ему кинула заказчица аванс такой большой, и он покупает этот телевизор, который давно ждал. Ой, мне так страшно. И вечером он говорит: ха-ха-ха, у меня осталось 300 рублей. Я говорю: Тём, ты чего вообще? Ну, он не обязан нас кормить, пускай, конечно. У меня, кстати, пенсия вчера пришла. Господи, как обрадовалась мамочке. Как я обрадовалась. Я вообще про нее зимой забывала даже. А сколько уроков было, как было все хорошо. А сейчас я проверяла эту карточку по онлайн. Я не знаю, где она лежит, я ей пользуюсь только онлайн. И вдруг, бамс, упала эта пенсия. Я такая счастливая. У меня натуральный невроз от того, что нет денег. И знаете, сразу же психология, она так странно работает. В голове, вот от того, что мало уроков, надо дать объявление, а я никак не даю. В голове начинаются схемы жизни в безденежье. Куда сходить бесплатно, где в какой парк сходить погулять, как Викин день рождения на травке пикничком отметить. Короче, начинает включаться программа нищеты, понимаете? То есть, если вообще не будет уроков, только там чисто покушать, бензин не нужен будет, и заплатить квартплату. Безумная квартплата, что-то около 11-12 тысяч. То есть, на самом деле, когда работаешь все время, то ты думаешь, что это нормально. А вот я сейчас, прям много уроков отменилось на этой неделе, ну прям кошмар какой-то. Один за другим отменяются уроки, и все время... Кстати, у меня сегодня, кажется, урок. Господи, завтра урок. Завтра тоже робототехника, уже не индивидуальная, групповая. Завтра прямо после нее мы должны лететь бегом на урок. Попросили там чуть раньше, чем мне комфортно. Вот, и начинаешь вот какие-то думать мысли в сторону безденежья. А ведь я совсем немного не работала. Дня три вот так вот совсем не работала. И совсем другая программа включается. Ее надо гнать, надо работать. У меня есть подруга, которая не работает всю свою жизнь. И не пытается. И у нее полностью работает эта программа по безденежью. Она знает, где взять бесплатную еду, дешевую еду. Куда сходить. Понимаете, я так пыталась жить, когда Тёма был маленький, я ходила и выбивала какие-то там льготы, компенсации, тогда еще не было МФЦ, был пенсионный фонд, там было что-то, соцзащита. И потом я психанула, где-то Тёме было лет 7, может, или 10, я поняла, что моя жизнь уходит на сидение в очереди с бумажками. Я идеально знала, какие документы, куда, в каком количестве отнести, чтобы выбить что-то бесплатное. Вот. Сейчас выбивать не надо, сейчас все попроще. Есть законы, через МФЦ несешь и все. А все равно сидишь в очередях и ходишь в МФЦ. И я тогда завязала с этим. Я психанула, я прямо вот в соцзащите психанула, швырнула им на стол документы. И заорала, вот представьте, значит, Тёме 10, значит, мне было 30. Я заорала на них, что вы что, серьезно думаете, что мне нечего делать? А, вот, а по закону нужно было, чтобы я не работала, чтобы получать там какие-то пособия. А я все равно подрабатывала, и я сидела у них в кабинете, и очень сильно опаздывала на работу. И я распсиховалась, и все-таки сказала, что лучше я буду работать, и они такие на меня... Ну, то есть все, я как бы нарушаю закон, я должна не работать, строго не работать, чтобы получать какое-то там пособие. А я и работала, и пособие. Работала, конечно, незаконно. Очень жарко. Вот. И тогда я сказала себе, все, я больше не хожу по этим инстанциям, ничего не буду выбивать никогда, потому что я не могу, это моя жизнь, она пройдет. Вот. Поэтому, когда потом мне встречались на пути мамочки с детьми-инвалидами, и начинали выяснять, а вот, значит, мы пенсию оформили, инвалидность оформили, а какие льготы, а куда идти? Я грустно на них смотрела и думала, ну, идите, когда-нибудь вы с этого пути, дай бог, слезете. Но если я сейчас открою рот и скажу, не ходите оформлять льготы, не ходите, найдите способ работать, ну, я буду врагом номер один. Поэтому сейчас мне надо себя взять в руки, дать все-таки объявление, наконец-то,
Просто, видите, последнее объявление дало 0 учеников, потому что я дала честное объявление о том, что у меня только онлайн-уроки. Придется сейчас дать нечестное объявление, просто подготовка к школе. И потом они будут мне писать, а я буду говорить: предлагаю вам попробовать онлайн-уроки, вам понравится. Если не понравится, вы не заплатите. Вот. Ну, меня вот коробит это делать, но придется так делать, потому что я знаю, что им понравится. Вот. Ну что, девчонки, я вроде прям наболталась с вами. 18:25. Побежала. Это слово абсолютно не отражает суть происходящего. Всех люблю, всех целую. Давайте сегодня не буду больше снимать. Что-то я утомилась. Сейчас смонтирую, что смогу. Всем пока-пока. Пишите комменты, переходите на Boosty. Теперь он открыт, и там ждут вас 2 видео. Ссылочку буду оставлять под каждым этим видео на YouTube. Под каждым видео на этом YouTube. Всем пока-пока. Господи, завтра урок. Завтра тоже робототехника, уже не индивидуальная, групповая. И завтра прямо после нее мы должны лететь бегом на урок. Попросили там чуть раньше, чем мне комфортно. Вот, и начинаешь вот какие-то думать мысли в сторону безденежья. А ведь я совсем немного не работала. 3 вот так вот совсем не работала. И совсем другая программа включается. Ее надо гнать, надо работать. У меня есть подруга, которая не работает всю свою жизнь. И не пытается. И у нее полностью работает эта программа по безденежью. Она знает, где взять бесплатную еду, дешевую еду, куда сходить. Понимаете, я так пыталась жить, когда Тёма был маленький, я ходила и выбивала какие-то там льготы, компенсации. Тогда еще не было МФЦ, был пенсионный фонд, там было что-то соцзащита. И потом я психанула, где-то Тёме было лет 7, может, или 10. Я поняла, что моя жизнь уходит на сидение в очереди с бумажками. Я идеально знала, какие документы, куда, в каком количестве отнести, чтобы выбить что-то бесплатное. Вот. Сейчас выбивать не надо, сейчас все попроще. Есть законы, через МФЦ несешь и все. А все равно сидишь в очередях и ходишь в МФЦ. И я тогда завязала с этим. Я психанула. Я прямо вот в соцзащите психанула, швырнула им на стол документы и заорала. Вот представьте, значит, Тёме 10, значит, мне было 30. Я заорала на них, что вы что, серьезно думаете, что мне нечего делать? Вот. А по закону нужно было, чтобы я не работала, чтобы получать там какие-то пособия. А я все равно подрабатывала. И я сидела у них в кабинете, и очень сильно опаздывала на работу. И я распсиховалась и все-таки сказала, что лучше я буду работать, и они такие на меня: а! Ну, то есть все, я как бы нарушаю закон, я должна не работать, строго не работать, чтобы получать какое-то там пособие. А я и работала, и пособие. Работала, конечно, незаконно. Очень жарко. Вот. И тогда я сказала себе: все, я больше не хожу по этим инстанциям, ничего не буду выбивать никогда, потому что я не могу, это моя жизнь, она пройдет. Вот. Поэтому, когда потом мне встречались на пути мамочки с детьми-инвалидами и начинали выяснять: а вот, значит, мы пенсию оформили, инвалидность оформили, а какие льготы, а куда идти? Я грустно на них смотрела и думала: ну, идите, идите, когда-нибудь вы с этого пути, дай бог, слезете. Но если я сейчас открою рот и скажу: не ходите оформлять льготы, не ходите, найдите способ работать, но я буду врагом номер один. Поэтому сейчас мне надо себя взять в руки, дать все-таки объявление, наконец-то. Просто, видите, последнее объявление дало 0 учеников, потому что я дала честное объявление о том, что у меня только онлайн-уроки. Придется сейчас дать нечестное объявление, просто подготовка к школе. И потом они будут мне писать, а я буду говорить: предлагаю вам попробовать онлайн-уроки, вам понравится. Если не понравится, вы не заплатите. Вот. Ну, меня вот коробит это делать, но придется так делать, потому что я знаю, что им понравится. Вот. Ну что, девчонки, я вроде прям наболталась с вами. 18:25. Побежала. Это слово абсолютно не отражает суть происходящего. Всех люблю, всех целую. Давайте сегодня не буду больше снимать. Что-то я утомилась. Сейчас смонтирую, что смогу. Всем пока-пока. Пишите комменты, переходите на Boosty, теперь он открыт, и там ждут вас 2 видео. Ссылочку буду оставлять под каждым этим видео на YouTube. Под каждым видео на этом YouTube. Всем пока-пока.
волной вправо-влево, да? Что-то он сильно повернул, да? Да. Почему он сильно повернул? А,